Всем привет, друзья! Сегодня у нас вот такая вот небольшая будет распаковка. Сегодня немного товаров пришло. Вот такие вот. Ой! В общем, вот такие вот товары. Сейчас мы их быстренько распакуем и посмотрим, что внутри. Итак, друзья, давайте начнем. Посмотрим, наверное, с более мелкого до более крупного. Да, отложим более крупное и будем смотреть, что же к нам пришло. Итак, презервативы, это было, не помню, то ли 19 центов, то ли 6, то ли 9, там что-то такое. В общем, презервативы с магазина GD, они постоянно там продаются по распродажам, по 2 штуки. Я не знаю, будет вам интересно или нет, но тем не менее я их распакую. Не совсем понятно, там дата, просрочка или нет. А, вот, 2019-02 производства до января 2024 года. То есть они не просрочены, ничего. Давайте я ближе поднесу. То есть они не просроченные, ничего, я, ну, как бы нормально все. Давайте я один открою, посмотрим. Презерватива у меня в распаковках еще не было, но давайте посмотрим. Пахнет чем-то. В общем, как-то так. Не пипетка. Далее, вот такие вот монеты из магазина GD, я не помню, по-моему, доллар они стоили, вначале я их покупал по доллару, потом они мне понравились, я их на сувениры купил еще несколько штук, 5 штук, 3 уже подарил, двое осталось, по-моему, второй раз, когда я 5 покупал, пришлось еще оплачивать доставку, блин, после презерватива руки скользкие и не могу открыть пакетик, давайте посмотрим поближе, вот так выглядит монета. Дональд Трамп, она в коробочке. И если вы надумаете их покупать, лучше из коробочки не доставать, потому что вот эта вот позолота, она сотрется. Монета, конечно, крутая, как подарок, вообще бомбически, но лучше не доставать ее из коробочки. Сейчас я покажу, что с ней будет, если ее достать из коробки и носить ее там в руках. Вот она стала вот такой вот белой. Обтерлась с нее вся желтизна. То есть давайте я для примера открою, с коробочки достану. Вот, получается, слева вот эта вот позолоченная новая, а справа она была такая же, как эта, но просто в руках обтерлась и стала вот такая вот серебряная. То есть вся краска обтерлась, позолота, стала серебро. В общем, вот такие вот монеты, вот в перспективе чуть отдаленно. Видно, что эти ярко-желтые, а это бледная такая, серебристая. В общем, откладываем. Далее, вот давайте посмотрим на вот такую вот клавиатуру. Я ее купил, думал, что это планшет. На магазине GD была акция, там $24, опция, что-то, опция 10, это был клавиатура, опция 11, это планшет. Я думал, что и то это планшет. Заказал, потом продавец написал, что это все-таки клавиатура. Я ему написал, не надо, а он уже мне прислал трек. В общем, клавиатура есть, планшета нет. Я не знаю, зачем она мне. В общем, я попытался открыть диспут, но на GD это нереально, там что-то с кем-то договориться. То есть я там, пришлите доказательства. Я прислал, что тут, я сделал еще, когда делал, покупал, я думал, что сделал скриншоты видео, ну, скриншоты покупки, что там не было ни слова о том, что это клавиатура. В общем, и все равно это доказательством не послужило, и я до сих пор ведет спор, это уже, наверное, недели две идет спор. В общем, ну, вот такая вот клавиатура к планшету. Я даже не помню, что за модель планшета. Ну, ссылка будет в описании, кому интересно. Может, у кого-то есть такой планшет, и кому-то нужна клавиатура. Вот такая, вот так она выглядит. Далее, наушники. Наушники простые, вот такие вот. Я их покупал, по-моему, то ли 99 центов, или может меньше, там 86, 56. В общем, по вот этой вечерней распродажам GD, которые в 7 часов вечера обычно бывают. Как они, здесь вот есть такая вот щелочка, которая щелкивает проводок второй. Но вот тут эта вот ихняя раскоряка, которая они вот так закручены, это раз. А во-вторых, вот здесь на изгибе очень тонкий проводок. И мне кажется, что он вот-вот сломается.
Вот здесь на изгибе очень так плохо это выглядит. И я думаю, что проводок вот-вот сломается. Потому что, ну, наушник играет еще, но вот здесь очень переломлено. То есть я думаю, что недолго он проживет, этот наушник, с таким перегибом. Вот, в остальном вроде бы здесь вот какие-то помятости, ну, вроде нормально, играет хорошо, звук неплохой. Ну, как обычные наушники. В ушах сидят тоже вот неплохо. Вот так они выглядят. Типа под Apple. В такой коробочке они приходят. Откладываем. Далее, вот такой вот кошелек. Это покупалось на AliExpress. Вот тут такие вот хвостики. По-моему, там что-то около доллара или может 2 доллара. Я не помню цену. Ссылка на акцию будет в описании к видео. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас можно вставлять карточки. Так, здесь одно отверстие получается. Второе для карточек, 3, 4 для карточек и большое. Что-то положил продавец. Лавандер сетчет. То есть для запаха, запах лаванды, и с обратной стороны напечатал, что поставьте нам 5 звезд. Ну, прикольно, прикольно. То есть запах действительно лаванды, прикольный запах. Ну, молодцы, что сделали. И вот здесь у нас для монеток. Вот. Такой прикольный небольшой кошелечек, хвостики. Ну, классно сделан. Вот, небольшой женский кошелек. Откладываем. Далее, давайте, раз уже дошли до кошелька, возьмем другой кошелек. Пришел он прям в вот таком вот пакете. Получается, воздушный пакет один и внутри второй воздушный пакет. Как они тут, как их раскрывать, я пока не знаю. То есть, скорее всего, наверное, просто рвать. Чтобы не соврать, 2,86 или что-то такое вот этот вот кошелек стоил. Или 4, ну, в общем, до 5 долларов это точно, 100%. Ой, пшикнули. Так. Forever young. То есть всегда молодой написано. Forever young написано. Original from Korea. То есть оригинальный кошелек с Кореи за 5 долларов. Такой вот бумажкой он обмотан. Посмотрите, здесь у нас отверстие для карточек. Здесь у нас отделение для кошелька. Кстати, прошито все очень качественно, нигде ничего не торчит, ни ниток, ничего. Очень качественно все сделано. Материал такой приятный на ощупь. Я не знаю, кожа не кожа, но очень приятный на ощупь. Давайте второй отсек смотреть. Второй отсек у нас здесь такой вот с сердечком. Собачка, видите, красивый. На молнии отсек для монеток, ну и мелочи. Второй отсек побольше такой. И здесь еще для карточек. Получается, раз, два, три, четыре. И еще отдел. И здесь какая-то нашивка Made in China. То есть Made in China, Original from Korea. То есть оригинальная из Кореи, сделана в Китае. А, и здесь еще что-то. То есть сюда еще что-то можно заныкать. Ну, конечно, это техническое отверстие. Но тоже с подкладкой, то есть что-то сюда приныкать тоже можно, я думаю. Вот так выглядит. Такой прикольный кошелечек. Wei Chen. Ссылка будет в описании. Тоже покупался, ну, я не помню, то есть точно 4, наверное, 4,30, там 4,70, где-то так. Прикольный кошель. Далее вот такой вот милитари грузовичок. Грузовичок-боровичок. Давайте смотреть. В такой коробке, коробка, конечно, поуничтожена. Здесь вот дырка. То есть здесь это доставлялось из Бангуда службой доставки Mist Express. Кто из Украины, могут знать, что вот это вот для Mist Express это в порядке вещей, такие вот дырки. Вот, но там на Бангуде они, видать, какие-то договоренности уникальные, потому что выбрать другую доставку не Mist Express выходит в 3 раза дороже, в 4 раза дороже, чем с ними заказать. В общем, я рискую, заказываю, чтобы дешевле было с ними. Но вот такое вот приходится терпеть, уничтожение коробок и так далее. Так, давайте пробовать достать. Не достается что-то, как-то он тут застрял. Давайте с другой стороны откроем.
пометка 8+, то есть до 8 лет. Я не знаю, у меня 4-летний ребенок отлично справляется с этими машинками. Качество пластика, ну, очень грустное, очень такой дешевый пластик. Я как бы, ну, машинки, я не знаю, то есть сделано как, мне кажется, пару там падений машинки и подлетают вот эти все конструкции, то есть, ну, с виду очень дешевые. Здесь вот кнопка включения, где-то вот отсек батареек, и причем без болтика. То есть решили, чтобы тут тоже болтика нет. В общем, удешевили по максимуму. Металл весь вытянули. Давайте посмотрим, сколько тут нужно батареек. Три пальчиковых батарейки. Сейчас мы их найдем. А сюда нам нужно две пальчиковых. Блин, ну грустно сделано. И пульт грустный, и, блин, все грустное. Вставил батарейки, но пока могу точно сказать о том, что действительно вот это первая покупка из всего, что мы сегодня посмотрели. Это первое, что мне не нравится и о чем я жалею, что купил, потому что качество, ну, действительно не очень. Я думаю, что я у нас в офлайне смог бы купить намного лучшее качество за эти деньги. Но едет нормально, но управления нет, влево-вправо нет ничего, есть только вперед и назад. Причем, ну батарейки у меня немного разряжены. Я их вытянул, не нашел новых. Вот, ну. Ну, ездит. Ну, я думаю, с заряженными батарейками будет порезвее кататься, но, в принципе, я как бы немножко расстроен. В общем, ладно, откладываем. Далее вот такой вот фонарик. Здесь у нас в комплекте идет KX1804 вот такого типа, вот такая коробка. Коробка немножко отклеилась. Видно, здесь клеили соплями китайскими, потому что, ну, это нельзя назвать клеем. И смотрим, ремешочек. Такой ремешок, то есть цеплять можно вот здесь. Цепляется он, не знаю как пока. Так, наверное, продеваем. Да, и вот так носим. Снизу у нас две кнопки. Или сверху. Да, наверное, это снизу. Здесь у нас для microUSB, для зарядки. Две кнопки. И давайте посмотрим, как же он будет работать. Мы подготовили батарейку 18650 для этого. Вот NCR, по-моему, у меня батарейки. Да, NCR. Приткнем ее сюда. Щелкиваем. В общем, ну, отлично вщелкнулось. Дальше. Так, смотрим, включаем. Вот этот включается. Ну, светит неплохо. Есть режимы. Вот. И вторая кнопка включает вот этот фонарик. И тоже есть режимы. Получается, один режим яркий. Чуть-чуть наполовину яркости, причем, наверное, не наполовину, а процентов на 70. То есть изменилась яркость и стробоскоп. И можно одновременно их включать по отдельности. Ну, прикольно. В общем, прикольно. Ремешок хороший, качественный. Вот такой, неплохой. В общем, такая вот вещь. Откладываем. Это полотенечко Xiaomi. Покупалось оно $1.69 на JD. Вот так оно выглядит. Оно очень приятное на ощупь. Вот, но оно очень маленькое. То есть 34 на 34. Вот так оно выглядит. И после стирки оно становится немного грубоватым. То есть, ну, то, которое у меня было. Либо я их неправильно стираю. Или если вы знаете, как их стирать, чтобы они не становились более грубыми. Вот, ну, вот эти вот ворсинки, они становятся как сосисочки у меня. И такие более жестковатые становятся. Но, в принципе, приятно. И мокрые руки вытирать очень ими удобно. То есть, быстро так, раз-два. Они очень хорошо впитывают. Ну, мне полотенечко нравится. Единственное, что после стирки оно немного визуально ничего как бы не меняется. Вот эти сосисочки, так, ну, как бы чуть-чуть вот эти вот ниточки, ворсинки становятся такие, как бы более слипшимися, да. Нормально, лицо вытирать ими очень удобно, я вытираю, у меня все отлично. И второе полотенечко, тоже вот такое вот полотенечко. Это полотенечко, которое хорошо впитывает для спорта, хорошо впитывает влагу. Покупалось на AliExpress что-то меньше доллара, по-моему, вот такого оно размера.
То есть оно в два раза больше, чем полотенечко Xiaomi. И стоило тоже копейки. Вот так оно выглядит. Это хорошо полотенечко брать с собой, допустим, после спорта вытереть лицо. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!